сегодня было проведено на базе второй школы показательное занятие, посвященное Дню защиты детей, с целью подвести итог занятий по дисциплине безопасности жизнедеятельности. Была проведена тренировка по эвакуации противопожарная. Также для детей развернуты 8 точек для того, чтобы показать наглядно, как работают спасательные службы Балаковского муниципального района. 30 быть у вас по списку, 27 человек, эвакуировано 27 человек, у вас будет лопать такое наличие. Хорошо. Это базис. Базис назначен для работы в задымленных помещениях, работы на сжатом воздухе. Вот. Задымленные помещения людей выводят именно в них. Боевая одежда пожарного. Горит все, даже металл и камень. Просто у всего есть предел огнестойкости. Парад со сжатым воздухом. АП «Онега». На вооружении пожарной части есть капюшон. Подключается к разъему, просто одевается на пострадавшего. Более удобные в этом плане огнетушители, например, порошковые. Здесь у нас представлен огнетушитель порошковый 5, объем 5 литров, содержание огнетушащего вещества 3 килограмма. Сегодня у нас в гостях присутствуют все директора и преподаватели УБЖ всех школ города. Мероприятие это очень важно, особенно в год гражданской обороны, который объявлен в 2017 году. Мы провели репетиционную эвакуацию. Время эвакуации составило 2 минуты 57 секунд. Дети четко вышли и построились на школьном поле. И в этот раз эта пробная репетиция, вот такая эвакуация, показала эти результаты, что дети сработали слаженно. У нас происходит ДТП, да? Что мы получаем информацию? Снимаем. Да, мы снимаем, говорим. Сокол принял информацию на место происшествия ДТП. Мы выезжаем, чтобы нас пропускали машины. На что мы нажимаем? Нажимаем. Ты понимаешь? Вот. Так, то есть один добровольец есть? Пойдем. Понятно. Одевай на руку. А, сейчас. Я утону.
одной рукой вот за эту веревочку придерживаешь, чтобы она не вытягивалась, да? Иди за мной, я тебя тащу. Вот я его тащу, понятно? Мы его спасли. Понятно, ничего я что-то не знаю, как она работает. Вот у кого есть родители лодки, просто некоторые вот они, большинство, эту штуку как бы не пренебрегает ей, они ее с собой не берут. Ну, зачем она нужна? Ну, видите, для чего она нужна, да? Поэтому, если у кого есть лодку родители, вы им скажите, что вот эта штука необходима.